Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня в этой студии актер Русского драматического театра Удмуртии Григорий Трапезников. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Начинается новый следующий сезон Русского драматического театра Удмуртии. Вы один из ведущих, хотя очень молодой актер. Вот в моем представлении, конечно, у вас, насколько я понимаю, интересная такая судьба, вы связаны и с кино, с телевидением, и вот театр играет большую роль, и еще стремитесь, мне кажется, к каким-то интересным работам в этой сфере. Я надеюсь, что обо всем расскажете. Вы ведь уроженец Удмуртии? Да, я из поселка Болезино. А каким образом вот это актерское... Актерский путь нарисовался, ведь это же надо очень рано определяться. Может, было какое-то хобби, занимались где-то? Нет, я планировал пойти в железнодорожники, как и все в Болезино. Зарабатывать этим на жизнь. Чем занимались родители? Мама у меня директор Дома культуры. Она заслуженный работник культуры Российской Федерации Удмуртской Республики. Вот. А папа врач-терапевт в поселке Болезино. Почему сын актер? Почему сын актер? Как так получилось? Ну, мама директор Дома культуры. Все-таки это. Да, но у нее был знакомый, который у меня в школе преподавал актерское мастерство. И так как все туда девочки ходили, ничего мы не выпускали, никаких спектаклей не делали, жонглировали. Занимались сцен-движением. То есть просто от процесса вдруг какое-то такое вот удовольствие у вас возникло? Нет, у меня не было от этого удовольствия. Так. Я же говорю, я хотел уйти в железнодорожники после 9 класса, но мама отговорила, сказала, подожди до 11. А потом я как-то ночью... Метания такие были. Утром проснулся от того, что маме звонят. Она подняла трубку и слышу, что про меня разговор. Пусть едет, попробует. Куда попробует, я ничего не понимал. Она подошла, сказала, вот в Москве будет добор в колледж Олега Табакова. Как маму зовут? Ирина Альфредовна Трапезникова. Я сказал, ну я в Москве никогда не был, почему не попробовать? Поехал, выучил одно стихотворение, одну маленькую басню. Ну, как в школе я все учил. Сколько вам было лет, Гриша? 15. 15? Нет, или 14, или 15. То есть это даже еще вот не окончив школу? Вот это 9 класс я закончил и поехал поступать в августе на добор. Вы там понравились, вас взяли? Ну, видимо, рассмешил всех. Рассмешил. Своим говором и рассказами про спиртзавод. Вот. И они решили, ну, лучше научить кого-то новому, чем переучивать уже умелых. Нет, ну там же вообще смысл в том, чтобы собирать тех, в ком видят одаренность, способности, даже из России со всей. Я думаю, у них выбора не было. Ну вот слушайте, а это большое влияние на вас оказало? Вы реально вот только-только впервые в Москве оказались, этот город сам? Нет, я был еще маленьким в Москве. Да. Проездом, неделю, то, что называлось. Да, так посмотрел, я особо ничего не понимал. Ну, вот после Болезино сразу Москва. Сразу Москва, да. Школа Олега Табакова. Но для меня это ничего не значило совершенно. А может быть, это и сыграло... Не было такого, знаете, такого предрассудка и какого-то такого трепета совсем уж жуткого и зажатости, да? Возможно, скорее всего. Нет, зажатость была, потому что мне даже не сказали, что надо подготовить песню, и в какой-то момент я спел единственную песню, которую я знаю, «Мурка». И этим тоже добили? Да, они смеялись очень долго. Хорошо. Играл на воображаемой гитаре, пел «Мурку». Ну, то, что и надо. То, что надо, значит, может играть и воображать. Потом они меня отправили еще на экзамен по русскому языку. А с этим как? Было ужасно, но как и сейчас, в принципе. Как мне сказал преподаватель по-русскому, что проходной балл мне натянули. Вот повезло, значит, повезло. Значит, надо было, видели. Судьба что, такая, да, значит. Да, что будет, будет толк, будет актер. Насколько я знаю, вы успели как-то уже обжиться, поработать, там, снимались в сериале на федеральном канале. Почему снова театр вот такой вот стационарный? Ну, в Москве не все так просто. Большие расстояния, тратится очень много времени, чтобы до куда-то добраться, с кем-то пообщаться. А я такой человек, которому нужна и рыбалочка, и банька, и друзья, то есть, получается, и семья. Вот это вы поняли очень хорошо, то, что вы любите, тот ритм жизни, который вас больше устраивает, это важно для вас. Да. А он вот тут у нас в глубинке. Ну, дома. Родная земля, конечно. У меня папа из Ижевска, здесь родственники все, и сестра сюда переехала. И вторая сестра тоже здесь живет. И...
Вы узнали, что есть возможность показаться в Русский драматический театр? Нет, я вообще искал варианты. Я сначала думал поехать в Нижний Новгород, так как у меня там однокурсники. И мы с ними хорошо дружим. Но приехав туда, мне сказали, что просмотр будет только в августе. А я сидел без работы какое-то время в Москве. И это тоже неприятно? Тоже неприятно, а ходить по театрам и умолять я не хотел. То есть я так почему-то не умею, к сожалению. Ну, надо исходить из того, что хочется и может самому. Да. Конечно. И написал письмо в Русский драматический. Директору сразу? Нет. Да. Стелли Кудрявцев? Да. Ну, мне не ответили, разумеется, сразу. Потом через месяц еще одно письмо написал. Ну, потом перезвонили, слава богу. Вот приехал, здесь попробовался. Кастинг нужно было пройти? Ну, как кастинг? Посмотрели меня, сказали выучить роль Ромео и Джульетты, попробоваться сразу. Да, потому что сразу надо было ввод делать. И все, сказали, оставайся. Выглядит в рассказе, да, немножко такое, он сокращенный и полуюмористический. Но мы же не знаем, так сказать, подоплеку, если в другом жанре это все рассказывать, драмы, например. Ну вот у меня такого нет, понимаете, ну, я хорошо. Не драматичный человек, для меня жизнь. Все просто. Хорошо, все хорошо, просто. Хорошо. Мне, вся конечно, сложность вашей профессии, а она ведь не так легка, во-первых. Почему? А тоже? Вы любите, потому что, наверное, актерство, да? Поэтому вам кажется, что это лучшее занятие. Не знаю, меня занятие. Просто так научили, что это лучшее как занятие. Работа, что на кусок хлеба мне говорили, ты заработаешь этой профессией. Хорошо. Заработаю. Нравится мне, да, периодически нравится. Иногда бывают трудности, но это тоже мне нравится. Вот это самое главное, что когда были трудности, это было все нормально, тем не менее. Да. Да, да, да. Много ролей тут. Массовки бегаешь, да, такой невидимый как бы герой второго плана, второго сорта. Тут главная роль. Вот это сразу же подкупило? Или вы хотели только главную роль? Нет, я хотел только в массовке. Ясно. Мне очень комфортно. Ясно. Бегаешь, за всеми нормально. Следишь со стороны. Нормально. Ну и главные роли тоже хорошо. Почему тоже нет? Хорошо. Тоже хорошо. Одна из первых была? Ромео и Джульетта сразу и была. Угу. А, нет, еще были пьяные. Да, но... да, да, да. Спектакль Якова Ломкина. Да. Вообще, Ломкин много вас занимает. Вот свежая премьера, недавняя, по пушкинской... «Дама по пушкинским произведениям. Да, «Дама Пик». Вы один из исполнителей роли Германа. Да, все верно. Не близкий для вас типаж такого фанатика, который вот этой власти над судьбой, над роком, над удачей хочет? Не близко вам? Далек от вас? Да, мне все проще гораздо. А интереснее играть далекого от себя персонажа? Да, в нас, в людях, все черты есть разные. И достаешь одну черту, чуть-чуть увеличил. Ага. Нет у меня сложности играть именно персонажа. Понятно. Сложность бывает в репетиционном процессе, как к этому прийти, какая мизансцена, подходит ли мне она по нутру оправдать это все. Это не сложно, а так? Не знаю. И какой вы в результате такой вот человек достаточно себе на уме, самостоятельный, которому трудно прямо все рекомендации режиссера выполнять? Или нет, вполне вы понимаете, у него своя работа, у вас своя работа? Мне проще, работа. Когда режиссер знает, что он делает, говорит, что мне делать, и я выполняю свою работу, оправдываю то, что он мне сказал. То есть вы умеете быть и ведомым, и если надо, ведущим? Если надо, приходится, но я не фанат этого. Потому что, когда все начинают предлагать что-то свое, получается... Должен быть один лидер, один руководитель. Но я считаю так, в постановке. Что если у режиссера есть картина происходящего, мы должны соответствовать, так сказать, его творчеству. Картине. Быть краской. Да, быть краской именно художника. И это профессионально, это именно вот актерская работа. Ну, я считаю, что да. Потому что часто бывает, что один приносит один жанр, в спектакль другой, в другой. Все, которые вы перечислили, театры, я надеюсь, вы прибавляете к ним и Русский драматический, удмуртский, ансамблевый. То есть когда люди понимают, что они тут все заодно и играют, как ну, в хорошем театр оркестре. Театр вообще на этом и строится, естественно. Да, да, чтобы был как хороший оркестр. Еще интересная работа вот сейчас, пользуясь, опять же, наверное, тоже как выбор вас на главную роль Иртеньева в постановке по отрочеству Льва Толстого, по мотивам этого большого произведения. Вот именно будет сценический вариант. Проект поддерживает Министерство культуры России. Вот об этой работе расскажите. Да, ну началось это с эскизов.
А вот что сейчас? Эскиз — это все-таки одна история. Сейчас это уже должно обретать прямо плоть и кровь. То есть это уже должен придумать художник декорацию. Декорация придумана. Картинка будет такая разнообразная, неявное время. Разнообразная, конечно. Но тут больше про глубинные чувства, про отношение к детству, отношение детей к детству и взрослых к детству, и как можно навредить или поддержать в какой в период именно детства, отрочества, ну и юности, не знаю. Там объединено все в одно. А, то есть эти части толстовские, они в один, да, в одном спектакле будут, да? Да. События, во всяком случае, так. Да, вот. Кто постановщик? Никита Трофимов. Уроженец Удмуртии тоже, насколько я знаю. Вот он с этого сезона у нас будет режиссером на постоянной основе. То есть тоже еще один... Еще один вернувшийся птенчик. Да-да-да. Ну, так это интересно, потому что опыт набрались в разных больших, крупных театрах, местах, проектах. И теперь будем рассчитывать, что интересно получится у вас. А вот это вот детство, качество вот такое, не знаю, как бы это назвать, свободы, незамутненности, отсутствие каких-то опыта ошибок, боязни. Вот оно вообще нужно в актерской работе? Вот ребенка такого взращивать внутри себя? В плане детскости, возможно, она должна быть, но она должна включаться в тебе, потому что, мне кажется, все равно профессия ответственная, серьезная, и если иногда забываться, как ребенок, и быть наивным, можно получить травму, не только психологическую, но и физическую, как это часто бывает, когда артист забывается, играет. А это сплошь и рядом, кстати. Постоянно. Насколько я знаю, травма одного актера привела к тому, что был очень срочный ввод в «Короле Лире», достаточно известный у нас проект Русского драматического театра, номинант «Золотой маски». Не такой уж и срочный, 2 дня понадобилось. 2 дня? Это нормально, да? Ну, 2 дня — это немного. Вот. Интересно вам было, как вы говорите, трудно, но тем не менее это нравится. Вот, вводиться — это мое любимое. Все готово, пришел, сделал. Рисунок роли есть? Да, по-своему все это оправдал, и мне проще. Может быть, кому-нибудь это и не понравилось, но мне было комфортно. Такие же самые разнообразные в разных жанрах у вас роли, да, насколько я знаю. Том Феннелл в театре. Да. Это вот прям свежее этого года. Такая достаточно реалистическая и как бы своей эпохи постановка, которую Владимир Золотарь поставил. Владимир Золотарь сделал. Тоже интересно работать с этим режиссером было вам, да? Да, вот проще всего. Находите общий язык? Сказал, сделал, все хорошо. Видите, в рабочем поселке вырос, сразу заметно, да? Нет, почему? Нет. Наоборот, интересно, что вот как так поворачивает судьба, или это характер ведет, или есть какая-то, я не знаю, сторонняя сила, которая наблюдает. Это точно судьба. Меня из первого курса отчислить хотели, но как-то все так... Ну, я работал и не отчислили, а потом и получаться стало. То есть надо было просто пережить этот период трудностей, чтобы стало получаться? Ну, я просто не понимал, что от меня хотят. А когда мне просто начали объяснять, что мне надо делать, я стал понимать. И на 3-м курсе у меня уже была главная роль в дипломном спектакле. Хороший путь. Да, от которой я тоже отказывался. Говорил, я не буду играть. Почему такая была неуверенность? Ну, я вредный человек, видимо. А сейчас такое остается? Или все-таки вы уже стали профессионалом? Внутри, конечно, это внутри остается. Остается. Внутри, конечно, это остается. Вот это вот волнение, сомнение, да? Как справиться? Да, но сейчас я работаю, понимаете? Сейчас мне... А тогда я учился. Тогда учился. Тогда я учился, и я видел, что другой человек работает гораздо больше, старается. И это, кстати, тоже может повлиять, да? Такой взгляд на чужие, так сказать, достижения и... С другой стороны, и, может быть, и проблемы. Может. Тоже учат нас, конечно, умных-то людей. Конечно, конечно. Ну, я пытался помочь ему. Говорил, ну пусть он играет, я не буду играть. Но меня заставили. И, слава богу. Потом меня взяли в массовку, в театр, в МХАТ. Ага. Потом сразу дали роль в «Табакерке», в спектакле. Там в Москве не доставало чего-то, да?
не доставало, и мне сложно, я говорю, находить общий язык с людьми, которые чересчур чувствуют власть или перед кем надо прогибаться. По-другому устроены, да? Да, но это надо тоже уметь. Но мне было очень тяжело в этом плане. Дипломатом таким стать. В принципе, хороший язык я находил со всеми, общий язык. Очень много друзей осталось. Но почему-то с руководящими должностями у меня всегда были, видимо, внутренние споры и конфликты, так скажем. Здесь проще с этим. Ну вот сейчас вы играете спектакль, кстати, тоже. Ведь он же о том, как найти свое место среди людей, когда еще вот маленький, да. Наверное, незрелость ведь есть в вашем персонаже, потому что он маленький. Ну, на мой взгляд, это незрелость как раз-таки в других людях, которые не понимают, что возможно существование такое, как и у Николеньки, который нежный, чувствительный, добрый и гораздо более понимающий, чем другие. Потому что все увязаны в своих проблемах, переживаниях. А он находит счастье, там, не знаю, в деревне, в мире. И он чувствует, что в этом есть любовь и готов отдавать ее. Но его постоянно останавливают в этом. Останавливают. И взрослая жизнь постепенно его ломает, так скажем. Но все-таки, зная, кто написал, Лев Николаевич Толстой, альтер-эго все равно не сломала же до конца. Не сломала до конца. Да, а в спектакле, может, и сломает. Это мы посмотрим. То есть вы посмотрите еще, как все будет заканчиваться. Ну, это, конечно, интересно. О планах. Пусть сейчас вы успешная артист с главными ролями в русском театре. В Удмуртии такой, извините за сравнение, первый парень на деревне. Но, тем не менее, может быть, да, режиссура, еще какие-то варианты. Нет, я уже в том году поступил на государственное муниципальное управление. И буду управленцем. В будущем. Ну, мои планы. Все-таки чтобы менеджером каким-то, да, становиться? Да, но у меня есть планы, идеи по этому поводу. Mm-hmm. Считаю, что театр немного устарел в своем понимании. Нам нужны новые формы. Да даже не формы, а отношение к театру. Мне кажется, это самое важное. Из-за чего мы не находим нового зрителя на данный момент. То есть что, по-вашему, надо? Как-то выйти совсем за рамки театрального здания? Нет, нет. Нужно больше общаться со зрителем. То есть и видео тоже театр, как и бы, видео, да? И видеотеатр, и, может быть, кино, и связь с другими городами и театрами. Угу. Какие-то сетевые проекты такие вот по городам, фестивали и так далее, да? Можно сетевые, можно кастинг-директоров привлекать ко всему. Делайте свои труппы звезд уровня Москвы, так скажем, либо даже больше. Потому что эта борьба между театром и кино, она меня немного смущает постоянно. Что в театре не пускают, в кино чаще. Ну, здесь такой проблемы, конечно, не было, но... А в Москве есть, да? Это бывает очень часто. А из кино, наоборот, не любят работать с театральными, потому что у них очень плотный график. Ну, и думаю, все есть у театра в наше время. Видеографы, и звукачи, и площадки, и артисты. Ну, то есть тут главное придумать и потом планомерно, как руководителю, раздать каждому задачи и глобально вовлекать в процесс. Не работать, как на заводе. Пришел, вот тебе надо делать. А заставлять самих думать, воображать, придумывать. Искать пути к этому вот новому молодому зрителю. Да, ну и от этого, это идет от артистов вообще. Если это будет им интересно, тогда я уверен, что и молодой зритель к этому подтянется. Успеха в новом образовании. Успеха, если можно так выразиться, в старой работе актерской. Пусть все равно будут роли у вас интересные, будут, которые вы хотите. Да. Спасибо за этот разговор, рассказ, Григорий. Удачи. Спасибо вам. До свидания. Спасибо и вам за внимание. Всего доброго.